утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Не спи, Зубок! Да я не сплю, я думаю. А у тебя что, яблочек нет? Не-а. Вот и хорошо, а у меня целых три. Вот так-то, Зубочек. Будешь знать, как со мной играть. Я всегда выигрываю. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуй, Юля. Играйте? Да, играем. Хорошо. Ой, только какой беспорядок у вас вокруг. Пыль везде лежит. Ой, у меня даже голова закружилась. Будь здоровой. Спасибо. Порядок, беспорядок. Нет у нас времени ерундой заниматься. Да, нет времени. Юля, мы очень заняты. Ну, ходи, Зубочек. Да подожди, я думаю. Ну, надо же, ребят. Порядок у них ерунда. Надо что-то придумать. Шуня, Зубок, да. А вы хотите стать сильными и выносливыми, как настоящие богатыри? Да, еще бы. Ну, конечно, хотим. Только как? А я знаю отличный комплекс упражнений. Сделал и сразу стал сильным. Неужели сразу? Сразу. И называется этот чудесный комплекс «Чистая зарядка». Чистая и чудесная. Ой, скорее нам ее покажи. Ну, пожалуйста, Юль, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, мне не жалко. Итак, сначала выполняем повороты головы направо и налево. Это так просто? Ой, да я могу, ну что тут делать? И направо, налево. Раз, два. Ой, друзья мои, только при повороте головы направо я вижу, что картина на стене висит неровно, вещи, игрушки раскиданы, а при повороте головы налево игрушки разбросаны. Я вижу, что на столе стоит цветок засохший. Так что, дорогие мои, чистая зарядка срочно заканчивается. Почему? Как это? А все очень просто. Если пыль лежит кругом, если дышится с трудом, если в доме нет порядка, не поможет и зарядка. Потому что этот дом беспорядком заражен. Чтобы стать богатырем, пригласи порядок в дом. Что же это за стихи, а? Они тоже входят в комплекс упражнений «Чистая зарядка». Да? Ой, я все поняла. Где пыльно, там чистая зарядка не помогает. Да. И я все понял. Юль, мы сейчас свой больной дом вылечим. Молодцы, за дело. Пошли, Шунечка. Да. Так. Так вот, оп, оп. Фух. Так, уходи, пылюка, прочь. Брысь отсюда. Апчхи. Ой. Так. Шунечка, ты протри пыль, пожалуйста, вот здесь. А ты, Зубочек, поправь игрушки в коробке. Хорошо. Так. Вот, сделал. Вот, Юль, мы прогнали пыль. Наш дом здоров. А? Юль, теперь можно чистую зарядку продолжать? Да? Ну, конечно, можно. Ну что, смотрим направо. Направо. Затем медленно поворачиваем голову налево. Налево. Прекрасно. Следующее упражнение у нас будет на полу. Здорово! Я люблю полежать. И я люблю. Ой, а пол-то какой грязный. Да? А мы коврик принесем. Чистый. Ну разве можно класть чистый коврик на грязный пол? Нельзя. И что же делать? Ну что же, придется заканчивать нашу чистую зарядку. Или докторам Зубку и Шуне вновь продолжить лечить наш дом от беспорядка. Будем лечить! Да? Я принесу лекарство, ведро с водой. А я швабру с тряпкой, они тоже лечат беспорядок. А я полью цветочки. Да, хорошо. Так,
Так, нечего тут пыли разлеживаться. Так, сейчас. Так. Ну вот, теперь пол сверкает. Да, как лед на катке. А? Ну что ж, пыли нет, пол вымыт. Теперь можно продолжать чистую зарядку, да? Вперед! Подождите, подождите, друзья мои, а вы разве не устали? Нет. Нет. Ну, я очень рада, но ведь чистая зарядка уже закончилась. Как это? Ну, ты же говорила, что мы станем сильными и выносливыми. Вы уже ими стали. Посмотрите, сколько вы всего сделали. Пол вымыли, пыль везде вытерли, цветы полили. Ой. И даже не устали совсем. Ни капельки не устали. Ни пол капельки. Знаете, мне кажется, что эта зарядка помогла вам не только стать сильными, но и повзрослеть. Ой. Повзрослеть? Повзрослеть? Ну, это конечно. Как? Да. Ну, взрослые всегда сами убирают свою комнату, свой дом. А, и мы тоже сами убрали. Значит, мы повзрослели. Ой, какая же умная эта чистая зарядка. Очень умная. Ребята, если вы тоже хотите стать сильными и выносливыми, такими богатырями, как Шуня и Зубок, и повзрослеть, я советую вам каждый день делать эту чистую зарядку. Чтобы стать богатырем, приглашай порядок в дом! Ну, а теперь давайте с ребятами попрощаемся. Нам пора идти на улицу. Ура! До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Всего вам доброго, друзья! И храни вас Господь! Чистота – залог здоровья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.